субботу в Самарской области ожидается облачная и пасмурная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 13-16 градусов с плюсом, ночью 8-10 выше 0. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 9. Западный ветер 9 метров в секунду. В Тольятти облачно и дождь, днем плюс 15 градусов, ночью 9 выше 0. Ветер западного направления 8 метров в секунду. В Самаре облачно и без осадков, дневное время плюс 14, ночью 9 градусов выше 0, ветер западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.